Представляю вашему вниманию бойца в синем углу клетки. Ему 26 лет, рост 176 сантиметров, вес 61,7 килограмма. Его профессиональный рекорд – 2 победы, ни одного поражения. Его стиль ММА из города Владикавказ, Северная Осетия. Эдуард Чепира! Красном углу клетки. Ему 27 лет, рост 75 сантиметров, вес 61,6 килограмма. Его профессиональный рекорд 6 побед, 4 поражения. Его стиль ММА из города Грозный, Чеченская Республика. Саид Хусейн! Рефери в октагоне Герихан Шибилов. Итак, Саид Хусейн Ахъядов, Эдуард Чепиров. Тоже заряжены парни, настроены хорошо на поединок. И у нас снова легчайший вес. Но мы видели в предыдущем бою, как легчайший вес и бить умеет. Особенно с разворота. До сих пор по впечатлению. Давайте посмотрим здесь. Локтем навстречу попробовал Эдуард сразу же пробить. Справа заряжается Хусейн. Апперкот еще для сближения. Тут же отвечает и Чибиров. Да, и много ударов выбрасывает Эдуард. По разным уровням. И руками, и ногами. Корпус, голову. Лоу-кики также. Ну вот на сближение тоже подловил он Саид Хусейна. Да, здесь одинаковыми ударами просто разменялись, но по воздуху. Ни тот, ни другой не попал. Просто помахали в сторону соперника. О, здесь хорошее. Попадание сейчас не стал все-таки выбрасывать хайкик. Понимаю, что вряд ли дойдет до цели этот удар. И вот тут подловил на попытке фронтика Чибиров соперника. Тут же забирает позицию. И есть тейкдаун. Сейчас будет пытаться, конечно, набрасывать Чибиров. И Саид Хусейн Ахъядов старается, естественно, выйти из этого положения, потому что начиналось-то все неплохо для него. Ошибка. Да, и заблокирована рука сейчас. Продолжает бить. Да, по задней поверхности бедра. Очень чувствительный удар коленом. И хороший ответ локтя. С двух сторон выбрасывается Саид Хусейн. Оба раза достал. И все-таки полноценно усадил на канвас соперника Чибиров. И снова локтем отвечает Ахъядов. Довольно динамичная борьба, но больше ударов все-таки Эдуард пока нанес. Но он в доминирующей позиции находится. Да, ему сподручнее. И хороший удар. Просунул снизу вверх. Или Дэна Хендерсона. Чибиров. Еще одна попытка. Вот здесь цельный удар не дошел. Но да, Саид Хусейн тоже отвечает. Пропустил, правда, удар под рукой, подбородок, да, и вот сейчас попробовал отквитаться. Тоже, может быть, была попытка поатаковать ногу, и, да, спиной к сетке, отлично, улучшает свою позицию, даже пошел атаковать, в свою очередь. Пониже присесть вызывает Саид Хусейн, его угловые, в одну ногу пытается Чибиров пройти. Не получилось. Да, здесь локти, да, очень неприятные, болезненные. Но все-таки Чибиров настоял на своем. По две ноги переводит на канвас. Сейчас нужно постараться ему, конечно, улучшить позицию, чтобы такой полноценный контроль взять.
на цель Хусейна. И Стравгард. Да, и пробует по-прежнему улучшить позицию Эдуард, не забывая при этом параллельно набрасывать большое количество ударов, хорошо в голову. Да, очень неприятный удар еще добавляет Эдуард Чебилев. И продолжает искать возможности, но сейчас заблокировал ему руку, в свою очередь, Ахьядов. Колено в корпус. И назад, да, Саид Хусейн пробил сейчас локтем, причем попал точно. Просто на ощущениях. Кувырок. И здорово, очень здорово. Сохранил позицию Чебиров. Даже улучшил ее, зашел с буха сейчас. Здесь даже есть возможность для приема, но нет. Все-таки времени, наверное, не так много и не позволит Саид Хусейн ее провести. Это самый прием. А вот здесь попытка Кимуры, но тут же ее присек Чебиров. Заканчивается постепенно раунд. Максимально динамично получился этот эпизод в борьбе. Длинный. И вот, да, все заканчивается в стойке. Первые 5 минут позади. Очень насыщенные, очень интересные и яркие. Продолжаем наблюдать за развитием событий в этом поединке Эдуард Чебиров против Саида Хусейна Ахьядова. В первом раунде в борьбе, конечно, доминировал Эдуард. Апперкот был и поддавливает сейчас Саид Хусейн. Конечно, он хочет реваншироваться за раунд, который, судя по всему, он проиграл. И классное попадание, но снова вот на этом ударе ногой хватает, подглавливает его Чебиров, и есть попытка перевода. И посмотрите, как здорово, да, вот одну ногу резко с двух на одну перешел Чебиров, и все-таки усадил на канвас Саид Хусейна. Идет, вот гонится за Кимурой, видно, Саид Хусейн Ахьядов, но Джабиров это читает. И он сейчас, да, выключил причем руку, он, по-моему, да, как раз левой рукой не дает возможности защищаться, и там продолжает пробивать удары. Смотрите, ударов много. Они не самые частые, но вот выцеливают, и каждый доносит до цели. И Чебиров, именно в голову. Да, у него хорошая точность попадания вот с этими ударами. И при этом еще он здорово блокирует соперника. Не так легко Саид Хусейну, в принципе, менять позицию и выбирать ее более удобной для себя. Еще. О, да, зашел удар. И скольз прошел удар у Чебирова. А вот здесь все точно. Ну, не самый сильный, конечно. Получился этот удар. Но эффект наслаивания. Но они часто, да, часто же попадают. То есть, вроде вот много легких, но
каждом положении, куда бы голову Саид Хусейн не убрал, где-нибудь хотя бы вскользь, но вот так приземляет Эдуард. Неплохо усаживает. Нет, здесь уже назад через собственное тело пробить сложно. Лучше локтем. Локтем будет проще и можно точнее попасть. Опять была охота за болевым на руку стороны Саид Хусейна. Снова не очень удачная. Еще хороший локоть. И снова, да, по традиции Эдуард Чибиров пробивает вот эти удары по бедру сзади. Там капа, по-моему, или не капа. Что-то вылетело будто бы. Хаммерфист, еще один. Но вот чем отличается Эдуард, он в этом бою просто блокирует все возможности Саид Хусейну Ахьядову, ну, хоть как-то улучшить положение. То есть вроде бы Саид Хусейн, ну, развернулся, оформил свит, тут же на него вот так вот бетонной плитой ложится Эдуард, и не забывая при этом пробивать удары и точные удары. И снова перед Саид Хусейном задача хоть как-то сначала отзащищаться, а потом все-таки улучшить позицию. Очень хорошо все чувствует. Очень хорошо. Здорово. Ну вот, завязал ноги сопернику, уселся на них Эдуард Чибиров. И еще классный удар. Колено по бедру. Заканчивается второй раунд у нас. И, ну, примерно рисунок боя уже понятен. А, ну вот, да, какая-то небольшая заминка в концовке произошла, но дождались сирены. Ну, понял Чибиров, что нет смысла сейчас самой концовке зря тратить силы. А лучше уж получить несколько секунд дополнительных на опыт. Заключительный третий раунд у нас впереди. Напряженное противостояние между двумя этими бойцами. О, как хорошо стартовал. Приближается Саид Хусейн. И вот один из предыдущих поединков напомнил мне этот, когда боец проиграл два предыдущих раунда и очень ярко начал третий. Стойки очень неплохо все получалось в предыдущих раундах у Саид Хусейна, пока он не начинал выкидывать ноги. Я думаю, сейчас нужно постараться как раз таки не допускать. Да, может быть, на руках ошибки. Перебить соперника, действительно, соглашусь. Хорошее колено. Клинчи от Чибирова мы видели. И Саид Хусейн сразу же вышел на дистанцию, что правильно. Уже очень неплохая откидка ногами. Не дал возможности себя бросить. Да, это классическая защита и классный апперкот с дистанции.
прямо в цель. А вот здесь все-таки позволил себя подловить. И вот эта отличительная черта Эдуарда Чибирова. Ему главное вот хоть за что-то захватиться. А дальше он уже дело доведет до ума. Ну, что сейчас и произошло. То есть несколько попыток подряд. Да, их обрывал Саид Хусейн. Но буквально небольшая ошибка. Чуть-чуть не успел среагировать. Снова Чибиров затянул его в парк. Это и психологически напрягает, когда снова и снова ты это давление чувствуешь. Попытки перевода. Один раз и получил второй, но... не унывает. А Чибиров, он снова и снова идет, и где-то вот в один из моментов все-таки потери концентрации сказывается. Но, правда, работает еще и другой момент, когда у тебя соперник пытается раз за разом что-то делать, а ты, ну, как говорится, делаешь из него неумеху, показываешь ему, что не проходит, и тогда уже он начинает терять уверенность в себе. То есть тут тоже вот эти психологические игры, да, они работают. О, хороший хаммерфист, амплитудный. Еще раз тоже выцеливал, но нет, не получилось. Кстати, чуть-чуть разбит нос у Эдуарда. Куда? Там был очень хороший апперкот. В исполнении Саид Хусейна и, возможно, только впоследствии. Саид Хусейн сейчас, услышав свой угол, подошел поближе к сетке. Да, ну и в свою очередь Эдуарду, как мы слышим, кричат: загружай, не давай подниматься. Пока не получилось, все-таки поднялся Саид Хусейн. Через атаку на ногу, нет, не получилось. Снова в боковом контроле Эдуард. Шансанур Магомадов все-таки вот заряжает на попытку очередную подняться Саид Хусейна Ахьядова. Ну вот ты попробуй поднимись из-под такого борца искусного. Потому что такое ощущение действительно, что Эдуард будто вот на интуитивном уровне чувствует направление движения своего соперника и успевает его предвосхитить. Мы всегда говорим, что борьба решает, что борьба – это, наверное, одно из главных единоборств смешанных стилей, аспектов, да? Оно так и есть, но очень важно правильно адаптировать эту самую борьбу под ММА. И мы видим, что у Чибирова это здорово получилось. Как раз он даже такое производит впечатление, что человек знает свои сильные стороны в борьбе, и при этом научился минимизировать слабые. Ну, потому что в любом случае есть сильные и слабые стороны, но вот как раз у него те какие-то аспекты, которые могут быть, такие, скажем так, недокачаны в борьбе, он их практически вообще не проявляет. И это очень грамотное умение выглядеть тоже очень эффективно и красиво в глазах судей. Естественно, изматывая при этом параллельно соперника. Колено в корпус. Несколько раз пробивает Эдуард Чибиров и еще бросок. А вот здесь нет, не будет возможности для гильотины. Завершается этот раунд, а вместе с ними поединок. Я думаю, очевидно, кто здесь победитель. Ну и мы просто для формальности дождемся официального вердикта. Трехраундного поединка. Единогласным
решением судей победу одержал боец из синего угла Эдуард Чебира. Абсолютно заслуженная и эффективная победа благодаря классным навыкам в борьбе. Да, поздравляем Эдуарду, Эдуарда с этой блестящей победой и с почином в Лиге Сей Ангелос. Ну а у нас дальше будет уже в полулегком весе. И это тоже обещает быть очень интересно.